Добрый день. Видеообзор на адаптер гибридный. Состояние хорошее. Каждому в комплекте имеется своя дубстанция, зарядка. Все работает отлично. Разъемы все рабочие, живые, без сколов. Есть потертости. Первый. Включаем. Включаем. Загорелся синий индикатор. Все работает. Коробочки нет. Кабель целый, без повреждений. Так же, как и блок. Блок от него оригинал. Так, это у нас первый. Сразу перейдем ко второму. Состояние отличное. Загорелся синий индикатор. Кабель целый, блок. Все работает. Отличное состояние. Загорелся синий индикатор. Все работает. Блок. Последний адаптер. Все до свидания. Состояние хорошее. Зрелся индикатор. Блок. Перейдем в следующее. Это пояс сплиттер. Абсолютно новый. В коробочках. Товар новый. Второй пакетик, документы. В одном документов не было. Штуки.
Один был распечатан для общего фото. Поэтому эти остальные все запечатанные. Вот, я нашел видео. Вот он, фигак. Так, ну и третий, последний. Полные документы. Крепление. Полностью новое. На самой первой также есть документы. Вот они. И крепление.